это курица? А? Не, есть курица, пример. Индейка есть, сырая все. Готовить надо. Готовить надо, там не на базу. У меня есть, давай. Сейчас отнесу. Сейчас готовлю. А кто там будет готовить? О, а кто? Не будем показывать пальцем. Маша, он что умеет готовить? Маша только а. Пиздоголовый. Круто, мы балдели. Влад и я твой еще. Ну давайте Алки тогда. А что за Влад? А то мне что-то блядь. Что за Влад? Да нет, ну это. А этого, слышишь, не видел этого Кирилла? Видел. Где? Упал. На Дмитровке. Ну Кирилл на Дмитровке. А сейчас его сможем найти? Не знаю, на бебе, Кирилл, либо на Бутырке. Я нашли, кого узнал. Либо на Бутырке, либо на Дмитрия. Я с Кириллом. Мне на Тимирязевскую деревню появляться. Ну, то есть, видит без прикрас, я не буду там говорить никому спасибо. Ребята, вы и так знаете, что всем вам спасибо, товарищи подписчики. Просто вот сидим и сидим, отдыхаем. Все, с позволения их, я попросил разрешения снимать их на камеру. Ноги пыли принесли. Валер, ты сам. Губа. Я Валерка. Братан, скажи, пожалуйста, а кто в итоге наебнул тебя? Наебнул кто тебя? А, нет, у нас там... Нет, вот даже без огорчивости. Ну. Приехал пацан. С девкой. С девушкой, да. Они нас, кстати, снимали тоже. С вами бухали? Вот. Да. Нет, сначала да, был... Да, как да, нет? Это по... Нет. Было не так. Ну, расскажи, как было дело. Я захожу к себе на базу. Вижу, что на колючего наезжает. Просто вижу, что на колючего. Но он реально здоровый пацан. Я видел на видео, да. Крепенький. Да есть курить. Я сразу туда. Я же лечу, блядь, мои, блядь, пацаны. У меня кроме жвачки есть денег. Он мне как влупил сразу. Вот сюда вот глаз. Это первый. А за что? Так он за колючим пришел заступаться. А думал, что я наоборот. На колючем наезжать пришел. Сорвать. Пацанчик. Вот. И получается как? Он мне как въебал. Ну, в ответ получил, конечно. Ну, не так, как хера там машина, блядь, ебаная. Волшебник, нахуй. То есть ты не сладил с ним, да? Ну, бланш у него тоже остался. Остался? Конечно, как против. Ну, слава Богу. Не, пацан офигел. Но потом, что это огорчило. Вот это его девушка, которая снимала. Любаня, вот я не пойму, как с тобой Коля жил, а? Со мной как жил? Да. Смотри, какой размер. Ты сегодня, когда я сегодня пришла на... Почему ботинки не взяла? Там ботинки хорошие стоят, женские. Маленький размер. Где? Коля это ее. В белом пакете. Да. Да. Замшевые такие, почти на бок. Зато будем знать. Ну, знаешь, почему они мне не подошли? Они слишком узкие. А ты педалы были? У меня на канале только правда. Вот где мы оказываемся. Ой, нет. Ну и что, Валер, а потом как разошлись-то с этим? Кто тебя там ударил-то? Нет, на самом деле разошлись вообще обалденно. Он же не знал, что мы с колючим, ну, в одном флаге. Ну. Он думал, что я на него наезжать пришел. А, тебя зажигал? Он из-за Дэна приехал. Дэна ебальник хотел разбить. Ну. Приезжает из-за него. Сколько ему? 10 лет дали? Я чем получаю? Кому? Нет. Валерий? Я про блогера говорю. А! Кому дали? Танк? Денечку. Не, еще нихуя не дали, он на бутырку. 10,5. 10,5. Нет, вот 6
дали или запросили? Да иди пизду, блядь, заебали вы нахуй. Шестого у них был пересуд на... Куда вывозили? Да послушай меня. Ты меня курс. 6 мая был пересуд на последующий арест. Понимаешь? Переарест. Продление ареста. Все, теперь их закрыли на полгода. Все, поэтап. В течение полгода могут их мурыжить там по судам, по хуям. А мне Танчик сказал, что он вечером сегодня отзвонится. Он мне звонил сегодня. Я ему сказал, что, блядь, я еду к этому. Ты умер, да? Кто? Терпилов, кто идет? Нет. Умер я. Нет. Нет, Терпилов умер. Нет. Так что, пиздешь? Пиздешь, конечно. Так вот так. Нет. Тогда, может, своих подключить. Он был на Саня, этом... Своих подключил. Подожди, своих. Полковников. Он был, короче, на этом, на... Как сказать, блядь? Научной ставке. Это хуй. Терпило. Ах, сука. Понимаешь? Живой. А нам сказали наоборот. Как научной ставке он может... Да. Нам сказали... Уже после больнички он вызрел, уже был в научной ставке. Да? Все, да. Че ты мне рассказываешь, ёпта? Хуя себе, блядь, если он умер, это я завтра поеду туда. Уинсать дали. Танчик сейчас тележит тему, чтобы Тайсона нахуй оттуда скинуть и самому заехать на пятерок. Ну он. Понимаешь? Он на себя берет, я понял. Да. Я понял. А что, камера? Все, ребят, короче, пока хватит.